в Ростове-на-Дону появился новый вид отдыха. Это велорикши. Велорикши катаются по велодорожке на Пушкинской. Еще одно доказательство, что велодорожка здесь необходима. И они, не нарушая правил дорожного движения, между прочим, катают всех желающих за 300 рублей. За 300 рублей катаем по Пушкинской. Это не прокат, это рикша. Это рикша, да. То есть вы первый велорикша в Ростове? Первый велорикша. А это второй с вами? Второй, у нас их 5 скоро будет. А, всего 5? Да. Только по Пушкинской. Спасибо. Только по велодорожкам.